Удобно? Да. Мне надо вот нажимать. Может, тебе это самое? Он тоже. Осуждая же оди лав небесных, выходя из штопора нашей бездны, пребывая в центре земного куба, это если очень, конечно, грубо, я тебе в который раз, как в потемках, прошепчу дыханием в перепонках. Отпусти всех, не держи их, Саша. Им неведомо и не страшно даже, потому что неведомо Бог навстречу. Забывай ужимки свои речи, забывай и все забывай до капли. Я ебал их всем пантеоном Кали. Прекрати поясничать и глумиться. Ты не мумия, твоя жизнь не птица. Успокойся, Саша, не надо грязи. Я тебе говорил, это мало разве? Я сейчас скажу тебе прямо в сердце, от меня тебе никуда не деться, не уйти, не спрятаться, не укрыться. Ты не мумия, твоя жизнь не птица. Реальность не то, что мы тут малюем, забывая о том, что относимся к людям.
Посмотри внимательно. Видишь? Понял. Вспоминай быстрее. Ты прежде понял. До того, как выскочил из-под спуда окаянная кукла, я срал на воду. Не пытайся даже, смирись и слейся с облаками над кромкой черного леса.